Памятная дата. 16 июля свое 25-летие отмечает Декларация о государственном суверенитете Украины. В этот день, в 1990 году, Верховная Рада УССР утвердила один из самых главных документов страны. Он провозглашал неделимость и самостоятельность государства, а также независимость во внешней политике. В честь важной даты в облвоенкомате традиционно провели урок мужества. На встречу пригласили бойцов АТО и волонтеров. Подробности в сюжете наших журналистов. За 355, проти 4, утрималось 1. Так, 16 июля 1990 года депутаты принимали документ, который решил судьбу Украины. Сейчас Декларация о государственном суверенитете исполнилась четверть века. Историки рассказывают, после подписания судьбоносного документа люди с флагами и цветами массово вышли на улицы столицы. Этот день был объявлен государственным праздником. Слава Украине! Як для мене, людини, яка була не просто присутня, яка приймала участь у розробці цього документу, людині, яка свій голос також віддала за прийняття декларації, звичайно, це велике свято і знаковий день, тому що дійсно, якщо говорити про те, що потім було зроблено Верховною Радою, то початок тієї роботи великої по законотворчій деятельности открыл цей документ. Спустя 25 лет события тех дней повторяются вновь, уверены в облвоенкомате. В условиях необъявленной войны нашей стране снова приходится отстаивать свое право на независимость и суверенитет, говорит замначальника облвоенкома Михаил Логвинов. Десятки тысяч наших військовослужбовців выполняют свои службовые обов'язки в зоне проведения террористической операции. Я сказал, что 1800 найкращих синів, дочок українського народу віддали своє життя. Це тільки Збройні Сили України. 82 героя запорожця, військовослужбовці, також віддали своє життя за український народ. Учасники встречи уверены, чтобы страна вновь прошла через сложные испытания, необходимо объединить усилия всех украинцев. И главное не забывать, наша страна едина, несмотря ни на что.